Значимость этого праздника Дня Матери я осознала только тогда, когда сама стала мамой. На самом деле это было недавно, всего лишь 3,5 года назад. Теперь я понимаю, что быть мамой – это счастье, это ответственность, это огромная миссия. Поэтому я поздравляю всех мамочек, свою мамочку Ларису Ивановну Ильницкую с этим праздником. И желаю счастья, здоровья и, конечно же, здоровых и послушных деток.